Приветствуем зрителей и подписчиков канала Разоблачено. С вами журналист Илья Балтабаев. И сегодня мы беседуем с нашей коллегой Анной Лебедевой. Анна сейчас находится во Франции, в Париже. И она расскажет нам интересные нововведения, связанные с климатической повесткой глобалистов. В общем-то, насколько нелепы эти требования и выглядят диковатыми для нас с вами, друзья. Как на это реагируют французы и что с этим можно сделать, мы обсудили с Анной в нашем новом выпуске. Итак, Анна, расскажи, пожалуйста, что вот за вот эта новая климатическая, в кавычках, тема с выбросами углерода и как это связано с отелями, вот, в которых ты сейчас тоже работаешь в том числе? Да, всем здравствуйте. Я расскажу очень такую интересную сегодня тему, которая, наверное, уже многих волнует, да, это нам пытаются активно внедрить мысль о том, что у нас глобальное потепление, да, и мы должны активно следить за нашим выбросом углекислого газа и так далее, да. Казалось бы, вроде бы неплохо, да, если люди начнут как-то с уважением относиться к природе, и так, ну, то есть какие-то жесты проявлять. С другой стороны, когда мы знаем, кто нами управляет, да, и уже откровенно, в принципе, рассказывают об их планах, да, чего они хотят добиться, и сокращение населения, и прочих неприятных вещей, да, тотального контроля, откровенно об этом говорят, если раньше люди как-то на это смотрели, ну, с недоверием, да, доверяли правительствам еще в какой-то степени, и, ну, даже смеялись, да, когда говорили об этих программах люди, кто изучает, то сегодня, мне кажется, уже ни у кого нет сомнений, кто нами управляет и какие у нас на них планы. Так вот, я, кроме того, что, да, преподаю иностранные языки и журнализмом, да, немного занимаюсь, я вот на данный момент работаю в туристической сфере, главным менеджером в отеле, и к нам на днях приходила специалист по глобальному потеплению и по внедрению программ, да, по внедрению программ о сокращении выброса СО2. Вот, конкретно в туристической сфере, да, я думаю, что не просто так они именно за эту сферу, но я думаю, что и других, конечно, они касаются этого, но не просто так в эту сферу во Франции они внедряют это все, потому что она очень развита, Франция, да, во многом держит свою экономику на туризме тоже, да, вот, и, например, вот у меня материалы даже сохранились, да, с этой лекции. Туризм – это очень важный, да, элемент в экономике мировой. Это 10% мирового ВВП, и одно место рабочего из 10 приходится на туризм. Вот, то есть вследствие этого 8% выброса парниковых газов приходится на туристическую сферу, к 2050 году 154%, на 154% повысится потребление энергии в этой сфере, на 152% потребление воды и на 251% на отбросы, да, мусор. Вот, поэтому должны внедряться определенные программы в эту сферу, чтобы люди следили. Вот, это... Конечно, много всего интересного было. Да, то есть она долго рассказывала сначала про то, что с чем связано у нас глобальное потепление, да, это то, что у нас... Слушай, а правда, вот зачем они объясняют? Есть целая группа ученых, которые утверждают, что все это большая афера. А вот даже какие-то в публичном доступе были переписки этих ученых о том, что это все ложь. Чем они объясняют такие огромные проценты? На самом деле очень интересно. Угу. Ну, на самом деле, вот как они объясняют, да, даже вот сидишь, человек, который не анализирует глобально то, что происходит, да, новости не читает, в это можно все поверить. Я вот сижу и даже думаю, да, наверное, даже сама начинаю так невольно верить, но когда такой анализ в голове прорабатываешь, зная, да, многие сферы и все программы, то понимаешь, про что это. Вот. Она говорит, что наша Земля, она находится в такой вот... оболочки, да, ну, я
не ученый, да, наверное, терминами какими-то не объясню, но объясню простыми словами. То есть мы находимся, Земля находится в оболочке такой загрязненного воздуха, и Солнце, когда лучи Солнца попадают на Землю, да, она нагревается. И в нормальном состоянии у Земли есть такой эффект, что она эти лучи выводит, то есть это тепло она выводит. А сейчас лучи попадают, но не выводятся из вот этого вот загрязненного воздуха. То есть и поэтому Земля у нас нагревается, и происходит глобальное потепление. В общем, вкратце так. Вот. И больше всего, да, как мы знаем, она задавала вопросов много нам, да, знаем мы или не знаем, но говорит, как думаете, кто больше всего загрязняет среду сегодня? Я говорю, ну, конечно же, коровы во всем виноваты у нас сегодня. Да, все правильно, скотоводство, да, она конкретно коровы, больше всего парниковых газов выделяют, и на сегодняшний момент это даже больше, чем топливо, да, загрязнение. От них. В общем, как-то так. Вот. Ну, а в целом, да, топливо и коровы у нас больше всего загрязняют среду. Вот. Париж, так как он на самом деле самый посещаемый город в мире, да, в туристическом плане, и один из самых жарких городов летом, то вот, соответственно, они... в особенности парижский регион должны внедрять вот эти программы. Вот. И в будущем в Париже предвидится именно нехватка воды, и из-за изменений климата, да, потопы. Но так вот в целом, да, уже вот про это объяснение, да, я не думаю, что у нас именно потепление глобальное, да, я думаю, что в принципе климат меняется, да, поскольку у нас ось Земли смещается, вот, это один из факторов. Конечно, второй фактор — это загрязнение, но вопрос, от кого это загрязнение? От людей, которые там что-то не так выбрасывают, да, или от избытка производства ненужного, да, вот это потребительское общество, которое же, эта же элита создала, которая вводит нам вот эти директивы, чтобы мы следили, да, за собой, они же потребляют в разы больше, чем простое население, будучи в небольшом количестве, и они же вот это вот потребление навязывали все эти годы, что они не знали, что у нас будут там кончаться ресурсы, как они это объясняют, да, или у нас будет там потепление. Они все это знали. Я вот, допустим, летаю на самолетах уже достаточно давно, да, 10-15 лет назад я уже видела вот эту табличку. Выброс СО2 за ваш полет составляет столько-то, и там какие-то даже можно было донаты типа дать, да, за то, что ты загрязняешь вот этим перелетом свою атмосферу. Я тогда еще не понимала, что это такое 15 лет назад. Ну вот, когда уже это было, да, и вот прямо они только очухались сейчас, что у нас сегодня ресурсов не хватает. Вот, я задала ей вопрос и говорю, хорошо, если... это не, я говорю, это вообще неплохо, как бы, что простые люди задумываются, да, чтобы как-то следить за окружающей средой, потому что действительно сегодня никто ее не уважает. Ну, давайте, говорю, про богатых поговорим, да, которые же эти внедряют программы, и про вот эти бесполезные заводы и прочее. Она говорит, ну да, но это другой вопрос уже, это да. Вот, а когда я уже в конце эту тему подняла, еще раз говорю, так все же, она даже так немножко с раздражением, у вас нет выбора, вы все равно это будет касаться каждого, если вы не будете это соблюдать, это, в общем, мы все помрем, грубо говоря, да, то есть все это очень важно, вот. Ну, в общем, значит, какие же меры, да, все-таки они собираются внедрять? Ну вот, уже, допустим, вот некоторые отели вешают, которые начали заниматься этой экологической темой в добровольном плане, да, они уже вешают вот такие таблички, да, что мы отель, который заботится об экологии, поэтому мы употребляем вместо отопления общего коллективного, да, мы употребляем кондиционеры электрические, да, либо там вообще солнечные батареи. Там мы, допустим, стараемся распределять мусор, да, по категориям,
ну и так далее, да, экономия воды и так далее. Вот. И вот такие вот лейблы, они вот в обязательном порядке скоро будут для каждого отеля. Дальше, да, уже что? Значит, с января 2022 года они уже вот новые критерии ввели. Так, если вкратце объясню, отель проходит сертификацию каждые 5 лет, да, по определенным критериям, да, чтобы сохранить 3 звезды или перейти на 4 звезды и так далее. Ну и чтобы, естественно, у него какая-то гигиена там внутри соблюдалась, определенные критерии есть. И они включили уже в предыдущие года некоторые критерии, 13 было критерий конкретно экологических, а теперь их 27, 15 из которых обязательны. Вот. Они касаются обучения персонала этому, да, экономии энергии, экономии воды, ну, следить, как правильно распределять мусор, уважительное отношение к вот этой всей уборке там, да, и средствам, с которыми она делается. Вот. А, мы еще как персонал, допустим, на ресепшене, да, мы должны оповещать, в обязательном порядке оповещать клиентов, чтобы они выбирали экологичный вид транспорта, вместо там машин, например, да. Я вот так думаю, если у отеля и при этом имеется паркинг, да, для машин, получается, все, у него уже минус 1 балл, уже все, он плохой отель, потому что он сподвигает клиентов на машины, да, как транспорт. Потому что они прям, да, они говорят, вы должны сподвигаться клиентов, вы должны сподвигать клиентов. Там до таких мелочей, что ты думаешь просто. С одной стороны, конечно, это уважительно, почему бы нет, отношение к окружающей среде. Но с другой стороны, я вот сейчас расскажу детали, это просто вот вгонение людей в такие рамки, что ты вот уже боишься всего и думаешь, как бы вот, а это правильно, это неправильно, просто реально делают из людей вот каких-то вот ограниченных абсолютно. Вот. Значит, так. Ну, одно из самых главных жестов, как один из самых главных жестов, как сокращать потребление энергии, это, естественно, отопление. Я так тоже вот в этом всем прослеживаю, да, как анализ вот все их жесты вот эти, они еще автоматически подключают абсолютно все на электричество, да? Не просто так, потому что если мы будем зависеть от электричества, нас можно перерубить вообще в любой момент, и ну, просто ты ничего не сможешь сделать. Если сегодня мы хотя бы отапливаться еще можем там газом, там как-то, да, коллективное вот это отопление, то перейдя на электрическое отопление, все, ты уже зависим полностью. Вот. Так. Значит, да, вот это один из обязательных критериев. Ты должен перевести свой вид отопления на более экономичный. Плюс тут пока что выборочные критерии есть, которые в дальнейшем, я так думаю, станут обязательными. Я когда я задала вопрос, я говорю, вот она пока в таком варианте совета, да, перехода на какие-то вещи, она это все пока советует. Вот это желательно, это добровольно и так далее. Я говорю, хорошо, вот то, что вы говорите, это будет обязательно, потому что она про 2026 год говорила, что там что-то вступает. Она говорит, нет, пока только некоторые критерии обязательны, другие не обязательны, но вы будете оцениваться, да, и вы будете оцениваться, и вывешиваться такая табличка там на сайтах, на входе в отель, хороший вы или плохой отель. То есть это такое, на самом деле, это социальный кредит для бизнеса, который мы видим, например, в Китае, да, у них пока вот вводится социальный кредит на индивидуального человека, да, что если ты сделал какое-то хорошее действие, тебе плюс баллы, если ты плохое действие сделал, то минус баллы, и, соответственно, у тебя урезаются права, если ты плохой гражданин, например, ты не сможешь путешествовать, да, не можешь купить билет. Также в бизнесе они будут вывешивать вот это все, это плохой, хороший отель. Ну и, соответственно, я думаю, что будут применяться какие-то штрафы.
это, опять же, убийство бизнеса. Плюс ко всему, вот если все вот это внедрить по их советам, да, что они вот предлагают, это уже нужно так выложиться финансово, что можно отель закрывать, реально. Вот. Так, Допустим. может, этого и добиваются, чтобы уменьшилось количество отелей, да вообще они закрылись таким образом? Я тоже так думаю, потому что действительно Франция — это туристическая страна. И, ну вот, я жила в свое время на Лазурном берегу, сейчас я живу в Париже, да. И это два таких региона, на которых, которые держатся на туризме. Это просто абсолютно, ну, вот, все держится на нем. Это отели, это рестораны, это какие-то, ну, обслуживающие такие, да, компании, которые занимаются именно туризмом. И это в основном малый и средний бизнес. То есть, по сути, это убийство малого и среднего бизнеса. Ну, а крупный бизнес, мы знаем, как они умеют договариваться, да, те, кто там держит какие-то крупные компании, там много играют коррупция и так далее. Вот, значит, да, из пока из таких рекомендуемых вещей: перейти на автоматизированные системы, чтобы экономить свет, то есть чтобы не просто включил и свет горит, а чтобы заходил человек в комнату, и автоматически свет включался, выходил, выключался, да, то есть это помогает сокращать в дальнейшем цикле выброс СО2. Потому что, как они объясняют, да, они всю вот эту цепочку объясняли, да, я же расскажу даже вот до такой мелочи, они, допустим, если вы, у вас есть ресторан в отеле, да, вы там завтраки предлагаете, то нужно перейти на, например, из фруктов на яблоки, которые во Франции производятся и которые рядом, да, находятся, чем предлагать бананы, которые везутся из откуда-то там, из Эквадора, из дальних стран, потому что весь вот этот транспорт, он загрязняет атмосферу, вся вот эта цепочка производства, гораздо больше бананы загрязняют атмосферу, чем яблоки. Вот. Или, допустим, один из критериев, прям реальный, чтобы мы переходили на сыры козьи, чем корови, да, потому что корова же у нас загрязняет окружающую среду больше всех, и также отказаться от ветчины, как, ну, говорит, она пока, конечно же, мы Франция, страна сыра и так далее, мы пока это не можем полностью клиентов наших в этом урезать, да, но пока что вот старайтесь, можете прямо объяснять им это в целях экологии, в целях сокращения, ну, в общем, вот до такой мелочи, то есть таким образом мы сокращаем выброс СО2. Вот. Парниковых газов, в принципе. Значит, про раздельные помойки. У меня, значит, при этом присутствовала владелица отеля. У нас она тремя владельцами отелями такими небольшими. То есть это, ну, такие домашние отели, да, это не крупная сеть. Вот. И, значит, когда она уже говорила все эти программы, у нее вот так вот волосы дыбом вставали у владельцы отеля, и в какой-то момент она просто ушла вообще. Хотя для нее тоже было обязательно это обучение. Вот. И, значит, когда дошла речь до мусора, она говорит, вот уже с 2024 года, с 1 января, будет обязательно раздельный мусор хотя бы для отходов пищевых. Вот, она так смотрит на нее, вы, говорит, вы видели наше место, вот, где ставится помойка, да, мусор, там нет места, мы не сможем это чисто технически вообще сделать, а потом вы прекрасно знаете проблему крыс в Париже, это реально проблема, что крысы там везде, вот, это же будет еще больше, у нас и так не знают, как с этим бороться, кто будет это все, а потом вы говорите про транспорт, что он загрязняет атмосферу, еще больше будет транспорта, который будет раздельно забирать этот мусор, и еще больше будет, раз уж вы про это говорите. А так нет, будут приезжать на самокатах электрических и забирать этот мусор. Ну, в общем, она на этом моменте просто убежала, короче. Вот. Потому что она уже сразу считает, во сколько вот это все обойдется, и просто технически реально в маленьких отелях это не сделаешь. Но вот, вот такие вот мелочей. Значит, мытье белья, стирка белья, да, это очень большой фактор загрязнения среды. Текстильная индустрия, в принципе, выделяет больше парниковых газов, чем
полеты на самолетах и водный транспорт вместе взятые. Вот, То есть потому что... предлагается уйти от одежды. Во что одеваться тогда? Уйти от одежды, меньше ее стирать, да, то есть отелям конкретно предлагается, они уже ищут решение, как, допустим, не белое белье в отелях предлагать, а какого-то другого цвета, потому что отбелить — это очень большое загрязнение, это очень долгий процесс и так далее, и так далее. Ну, вот такие вот вещи. Вот, дальше. У меня сразу вопрос такой возник. Хорошо, вы до таких мелочей пытаетесь урезать бизнес, пытаетесь урезать людей, да, в каких-то вот абсолютно вот таких мелочах. Хорошо, давайте опять же возьмем, посмотрим глобально, посмотрим шире. Если уж настолько все серьезно, да, потепление, как вы объясняете, если реально через 100 лет нам вообще не хватит ресурсов, как вот она преподнесла, все, мы вот прям очень жестко должны следить за всем. Так давайте в первую очередь урежем производство бесполезных вещей. Сколько бесполезного производится сегодня в мире? Те же чипсы, кока-кола, это не просто бесполезно, это то, что даже вредит, да, людям, здоровью и, в принципе, среде тоже. Ну, это вообще какие-то химические вещества. Ну, плюс там я уже не говорю про фарму, но фармой мы знаем, кто владеет, да, и для чего она вся производится. Вот, ну... В общем, если вот эти вот все бесполезные производства убрать сегодня, уже, мне кажется, на 50% вот это загрязнение можно убрать. И можно даже не думать о вот этих вот мелочах в отеле. Вот. Ну, естественно, мы знаем, кто нами управляет и зачем это все делается. Никто не откажется ни от Кока-Колы, ни... То есть, если действительно не за... следили бы за здоровьем людей и за экологией, то они бы подумали в первую очередь о вот этом, мне кажется. Вот. Дальше, да, экономия воды. Про экономию воды сейчас скажу. Значит, один из критериев обязательно это как, придумать какую-то функцию. Больше всего в отелях расходует душ, да, принятие душа воды, расходует воды. Придумать какую-то вещь, которая будет сокращать вот это вот принятие душа. Ну, естественно, кроме того, как клиентов сподвигать на то, чтобы они меньше воды использовали, меньше мылись, видимо. Вот. Можно поставить, значит, как вариант на лейку душевую, так, чтобы она выключалась в какой-то момент, либо с цветами, пока она зеленого цвета горит. Ты все окей, ты немного воды расходуешь, но когда она загорается красным цветом, то все, ты как бы уже плохой клиент, ты не следишь за экологией. Вот, у меня тоже, конечно, волосы дыбом вставали, но, в общем, вот так вот. Плюс, говорили вплоть до того, что больше всего тоже еще расходует туалет, смытие, да, вот это нужно купить такие кнопки там, которые ну, поставлены на то, чтобы не 9 литров, да, с бачка смывалось, а 3 литра. Ну, такие вот процедуры. Так. Да, кстати, по поводу электричества, да, все, наверное, слышали, это нашумело, что Макрон в октябре принял акт о том, чтобы следили за отоплением, чтобы не больше 19 градусов отапливать в квартире зимой. Это прям уже такой вот закон в обязательном порядке. Ну, пока, естественно, за этим никто не следит, но я думаю, в дальнейшем это прям будет как-то прослеживаться. Вот. И, естественно, он принял повышение цен, да, которые вот каждые примерно 3 месяца, что ли, вот сейчас будет происходить повышение цен на электричество. Вот. Да, сейчас как раз вот с 1 июля, насколько-то там процентов повышается, и с октября, если не ошибаюсь, и дальше, и дальше. Вот. И они также придумали, что если вот этой зимой на 7% ты уменьшишь потребление электричества, то тебе будет возвращена какая-то сумма. Вот я это уже получила. Мне 120 евро вернули за зиму, потому что я, в принципе, немного электричества потребляю, да, я там редко дома нахожусь. И до меня, кто тут жил, да,
прошлой зимой, видимо, много потребляешь. Мне в плане этого Франция, она вот сразу там вот это все автоматизирует, возвраты и так далее. В этом плане как бы неплохо, но тем не менее вот они сподвигают меньше потреблять. И подорожание электричества, когда оно уже и так дорогое, да, в принципе, во Франции, потому что отопление в основном электрическое, это очень много расходов, и люди, в принципе, уже много платят, а тут оно еще повышается. Кстати, хочу тут затронуть такую тему, да, что при этом зарплаты-то не повышаются, да, и вот хочу такую тему затронуть, налог на роскошь, да, потому что некоторые думают, что это очень хорошая тема, да, налог на роскошь, там богатые будут давать хороший налог, хорошую сумму и так далее. Я хочу сказать, что, как всегда, это работает только на простых людей. Потому что, во-первых, расскажу, как это на богатых, да, проявляется. Те, кто имеет свой бизнес, например, да. Но про богатых я говорю, которые вот действительно, ну, сильно богаты. Естественно, мы знаем вопрос коррупции, это в первую очередь, как они умеют договориться и что-то там не платить. Во-вторых, когда человек имеет бизнес, чтобы не платить вот этот налог, он может на эти деньги вместо налога что-то на компанию записать, что он купил, например, машину в целях бизнеса своего, там, снимает квартиру в целях бизнеса там поближе, да, и так далее. В общем, все вот эти расходы, которые часто вот, ну, смотрят, что вот такие классные, крутые машины, да, именно потому, что он вместо налога покупает себе крутую машину на эти деньги, вот и все. То есть уже, в принципе, на богатых это мало отражается, а вот на обычных людях, по сути, люди, которые там учились всю жизнь, да, хотели стать специалистом в какой-то сфере, зарабатывать нормальную зарплату, вот они обязаны отдать огроменную сумму государству, и, по сути, это даже не сподвигает на вот становиться специалистом. Лучше я там буду вообще не париться, да, работать на обычной работе и зарабатывать ту же сумму. Потому что вот я дам цифры, например, богатые, вот этот налог на роскошь, он уже начинает процент повышаться, начиная от зарплаты в 2500 евро примерно. Это я вот, чтобы объяснить, да, как эквивалент на русские деньги. Если так вот переводить, 2000 евро по сегодняшнему курсу в рубли, 200 тысяч рублей это, да? Кажется, ну, большая сумма. Только во Франции это 2000 рублей, это, ну, примерно эквивалент 40-50 тысяч рублей в России, вот, для жизни. Потому что с 2000 евро ты примерно начинаешь жить, хотя бы вот не заботясь об основных каких-то своих расходах, да, там, на еду, на одежду, то есть ты свободно в этом плане можешь себе купить нормальную еду и одежду на 2000, примерно. Но это не значит, что ты там уже себе что-то больше можешь позволить. И вот представляете, что с 2500 евро зарплаты ты уже должен отдать государству за год 9000 евро. 30% от своей зарплаты. Вот. Так, вот 14% до этой суммы, да, а вот с 2500 это уже 30%. С 4000 евро это уже когда ты, ну, действительно специалист в чем-то там, да, ну, какая-то такая более-менее хорошая и престижная работа, от 4000 это 41% ты должен отдать государству, это примерно 15 тысяч рублей, евро, да, если говорить о 4000 зарплаты. И 6 тысяч евро зарплаты – это 45% ты должен отдать, то есть 25 тысяч евро государства. Так что что мы видим? Это работает только на простое население, опять же. Вот. Хорошо, вернемся к отелям. Значит, это я рассказала. Да, вот про такие мелочи, да, которые полости дыбом стоят. Например, эко-жесты это называется, да? Это даже вот не только для отелей, а в принципе для людей. Мы уже должны задумываться о вот таких вещах, как, например, когда вы моетесь, температура рекомендуемая 22 градуса,
И когда вы намыливаете свое тело в душе, вы должны выключать воду. Но это рекомендуется, пока. Ну, мы знаем все, что рекомендуется, потом становится обязательно. Вот. И придумать, как контролировать. Да. Вот, значит, принимайте скорее душ, чем ванну. Ванны запрещены. И, ну, устанавливайте на краны такую штучку, которая сокращает где-то наполовину вот, как это, напор воды, да? Вот. Значит, по отоплению. Закрывайте занавески ночью, оно сохраняет тепло. Вот. Ну, для нас, русских людей, конечно, это очень дико звучит, потому что мы никогда этим не заболели во Франции, поскольку все электрическое, они к этому даже прислушиваются, потому что все очень дорого. Вот. Значит, днем оставляйте окна открытыми, потому что тепло входит, солнечно нагревает вашу квартиру. Вот. Значит, выключайте свет. Летом скорее пользуйтесь вентилятором, чем кондиционером. Не заряжайте всю ночь свои телефоны. Выключайте полностью телевизор, то есть из розетки, потому что даже если он выключен, он в розетке, то он потребляет энергию. Вот. Значит, да, старайтесь не пользоваться свечами, потому что они выбрасывают загрязняют среду. Когда готовите, накрывайте кастрюли и сковородки крышкой. Это меньше потребляет энергию. Когда вы готовите что-то в духовке, то старайтесь не открывать дверь духовки, чтобы проверять, приготовилось блюдо или нет. Вот, то есть я про то и говорила, да, то есть они нас вот готовят таким вот абсолютно ограниченным людям, которые вот боится просто шаг влево, шаг вправо делать. Слушай, ну вот из того, что ты рассказала, получается, что человек должен не мыться, ходить в грязной одежде, спать в грязной постели, и таким образом он сэкономит электричество. Да. Таким Кошмар. образом, вот прилежный гражданин, который заботится об экологии, я уверена, что это потом будет и на каждого гражданина, видимо, по типу Китая, да? Вот, ну, в общем, поскольку страна туристическая, правда, да, пока вот это вот за бизнес взяли, я тоже так смотрю, они действительно вот смотрят на менталитет, на психологию людей, да, на особенности страны. Вот, во Францию удобно через бизнес, и это страна бизнеса тоже, в принципе. Допустим, вот в России сейчас, да, биометрия вводится, да, чтобы проходить там в метро, покупать что-то и так далее. Очень осторожненько тогда все равно пытаются людям как-то внедрить голову, предлагают отказываться пока там, да, и, ну, все равно как-то вот сначала в сознание людей внедрить, что это хорошо, это нормально, это будет частью вашей жизни. Во Франции же, допустим, ну, про это говорится, но как-то на это никто не обращает внимания, потому что, в принципе, французы, им вот завтра скажи, сегодня ты проходишь по биометрии в метро, на работе они скажут, окей. Ну, у них все автоматизировано уже давно, в принципе, да, когда в 2009 году ты раз приехала во Францию, здесь уже все было на банковских картах, с счетами, да, у нас еще тогда банковских картах вообще не было. Вот, поэтому они ко всему этому уже привыкли. Вот. Ну, стирайте свое белье на 30 градусов скорее, чем с температурой выше, да, это все из тех же мер. Термометр ставьте в свою квартиру, чтобы понимать, сколько у вас температура, не превышать ее. Про душ, да, с цветами я говорила, это, конечно, очень действует. У нас сразу же уборщица одна из отеля говорит, о, у меня, говорит, сразу дети будут так веселиться с этой лейкой душевой, что они столько воды будут потреблять, что вам и не снилось. Вот. Значит, ну, в принципе, вот, все по программе, да, такой вот небольшой
Анализ можно сделать, как как вот я задавала ей вопросы, да, и ее это очень сильно бесило, так скажем, когда я задавала неудобные вопросы, она сразу, все равно это все будет обязательно, и вы должны за этим следить. Вот опять же, да, раз уж вы говорите про, я вот говорила, да, про бесполезное производство, да, которое гораздо больше загрязняет. Те же наркотики, да, какое у нас огромное производство их, это тоже и химия, и прочее. Вот, никто за этим, естественно, не следит. Опять же, да, они вырастили потребительское. Кто вырастил вот это потребительское общество? В первую очередь, да, эти же самые олигархи, да, вот эта элита, которая нами управляет, которая сама же показывала примеры вот этой роскошной жизни. Я не говорю уже, сколько они выбрасывают своими перелетами там, да, загрязняют среду, когда они на частных джетах летают каждый день, один человек в этом самолете находясь. Они нам говорят меньше летать. Она про это тоже говорила, что будет как-то контролироваться вот эта сфера. Так что я думаю, что еще нам скоро перекроют вот эти пути туризма, что мы вообще скоро из своих стран выйти никуда не сможем, да, мы еще знаем про 15-минутные города, да, которые уже внедряются и в Китае, и уже в России говорится, и во Франции говорится, в Париже, кстати. Получается, что вот это все вводится. Как французы на это реагируют? Неужели мне кажется это чем-то диким, абсурдным и как бы излишним? Ну, как, наверное, везде, большинство, большая часть населения, она спит и соглашается со всем. Те, кто, в принципе, изучает, анализирует, да, новости, понимают, что происходит, они это все понимают так же, как и мы. Но чтобы они как-то боролись, вот этого я особо не вижу. Как-то надеются, что это как-то обойдет. Вот. Так что сильной борьбы с этим нет, больше согласия, конечно. Вот. Вообще так, вот как я говорила, да, если так вот проанализировать эту всю программу, да, в каком мире мы живем, кто нами управляет, по сути, они создали сами же вот это потребительское общество, они же это все навязали, вот эту красивую жизнь, чрезмерное потребление. То есть они воспитали общество потребителя, а теперь они хотят поставить рамки на этом, да, так не работает. Это то же самое, что ты своему ребенку всю жизнь даешь там шоколад, не знаю, чтобы он смотрел мультики и говоришь, как это хорошо, это здорово, и в один момент ты говоришь, все, так нельзя, ты вредишь этим всем и всему. Ну, так не работает, злоба появится у этого человека и стремление. То есть, ну, на самом-то деле, если по психологии судить, да, им этого и нужно. Если бы они действительно заботились и об экологии, и вообще, в принципе, об обществе и о нас, то они бы воспитывали людей, да, которые уважают природу, которые уважают других людей. То есть какие-то ценности, да, морально-этические бы вводились в общество. А что мы видим? Мы видим все наоборот. Наш шоу-бизнес — это просто трэш вообще, да, в последнее время особенно. А сами же те, кто вводят эти директивы, мы знаем, какую жизнь они ведут, да, люкс и прочее. Вот. То есть они же сами это все навязывают. Они не стремятся как-то воспитывать наше общество в положительном ключе. И это как раз метод потом вот управления, да, и вот этой борьбы человека, то есть человек, который вырос на потреблении, то есть он привык к такой жизни, он хочет иметь еще, 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 и ты ему ставишь рамки, естественно, будут даваться какие-то плюшки, да, в будущем, что если ты будешь соблюдать вот это, вот это и вот это, то ты будешь иметь право на вот это, допустим, там съездить куда-то, да, купить себе что-то, позволить, сможешь выйти за пределы своего 15-минутного города, да, то есть вот человек, который вот зависит от того всего, что они навязали, что они сделали людей зависимыми, действительно, он будет стремиться соблюдать вот эти рамки, но он при этом счастлив-то не будет, он будет вот постоянно в каком-то напряжении, стрессе жить. Вот, то есть, в принципе, вот их цель, она видна, и мы понимаем, что все вот эти фантастические фильмы и книги, которые далеко не фантастические, да, уже как все понимают, они воплощаются в жизнь. И опять же, если уж так они заботятся о нас, давайте, может быть, войны прекратим в первую очередь.
вот это производство оружия, да, сколько оно тогда загрязняет атмосферу. И мы видим, как эти же люди, которые нам навязывают вот подобные программы, они грозятся применением ядерного оружия, да, и так далее, что, ну, просто смешно становится на самом деле то, что они заботятся о том, чтобы мы ставили зелененький и красный цвет на лейку душа, чтобы потреблять меньше воды. Ну, в общем, как-то так. Что ж, Ань, спасибо большое за вот такой интересный рассказ. Я думаю, что многие наши зрители, подписчики впечатлились происходящим в Европе и, наверное, также не очень понимают, как вот так вот тут народ бездействует и никак не выходит. И, наверное, маленькая ремарка такая вот по поводу протестов. Получается, что все-таки в Париже вот эти протесты идут. Это похоже вообще на конструктивный протест, связанный, скажем, вот против климатической повестки? Или он имеет какие-то под собой, ну, скажем, иные мотивы, так скажем? Пару слов твое впечатление, потому что это сейчас топ-тема, и как-то вот давай ее затронем, а потом в следующем выпуске, допустим, ее раскроем более полно. Да, я вот, в принципе, часто говорю о том, что протесты, особенно вот тип таких протестов, которые происходят во Франции, они ни к чему не приводят, да, только к тому, чтобы, по сути, организованы они самой же системой, чтобы дать возможность людям спустить пар. Типа я вышел на протест, покричал и что-то сделал. Но, как мы видим, ничего не меняется. Опять же, недавние протесты, да, которые такие масштабные очень прошли с сжиганием мэрии и прочее, когда вводился пенсионный возраст. Что мы видим на результате? Реформа ввелась еще быстрее, чем предполагалось. Вот. То есть я общалась в это время как раз с активистами, которые выходили на эти протесты, на которые они уже, в принципе, давно не выходят на протесты, но чтобы посмотреть, что там происходит, они туда сходили. Вот. И говорят, что ну, настолько вот это все театрально наиграно, и то есть видно, как они сподвигают выходить, жечь, вставать на баррикады, перекрывать дороги. То есть, ну, это настолько массово организовано. Мы знаем, да, как простых людей, которые организовывают какие-то митинги, их сразу же прессуют чуть что. А тут все так свободно и позволено. Вот. И очень похожи вот эти митинги на... Я как раз присутствовала на подобных митингах в России дальнобоев, да, в свое время, в 15-м или 16-м году, не помню уже. Вот. То есть такие активные лидеры, которые кричат, которые типа ведут за собой, давайте решим сейчас проблему, а в итоге, получается, сливают протест и вводят людей абсолютно в никуда, потому что оно все так и произошло, пожгли, покричали, кто-то что-то поверил кому-то, пошел за ним, и в итоге все это рассыпалось, развалилось. Вот. Так что То есть вот мое мнение по никакого протесту. конструктивного решения по итогу принято не было, никакого нормального требования выдвинутой системе власти не было. Да, то есть я вот всегда им говорю тоже, вы представляете, 10 тысяч человек выходит, бывает, на протест. Это какое огромное количество. Если вот этим всем людям, 10 тысяч людей, собраться вместе, там, написать это тоже заявление, сходить там, в мэрию, в правительство и подать его, и как-то надавить на систему, судиться, я не знаю. Ну, был бы гораздо больший эффект, чем просто выйти покричать. Я сама вот была на митингах во время ковида. Это настолько театр, они включают музыку, кричат такие кричалки вот в стиле, ну, я даже не знаю, как это, просто, ну, театр реально, они даже какие-то, вот, они не политические, они какие-то вот театральные, эти кричалки, вот, и включают музыку, и в конце всего этого действия они чуть ли не, как не на дискотеке танцуют. Покричали, походили, потанцевали. Так. Ничего не добились, разошлись. Да, ничего. Как мы видим, ковид был самый жесткий, один из самых жестких во Франции, да, несмотря на еженедельные протесты. Спасибо тебе большое, что нашла время побеседовать. Я думаю, нашим зрителям будет интересен выпуск. До новых встреч. Пока. Да, спасибо, Илья, тебе. Спасибо, разоблачено, и до новых встреч.